Привет всем! Сегодня мы на канале BS будем играть iPad игры. И начнем мы с самого начала. Первая игра у нас Ice Cream. Что нам надо делать? Нам надо... Так... Сделать похожую вот на эту мороженую. А где же у нас... Да ладно. И что? Начнем, ребята. А что же тут происходит вообще? А вот, все, начали. В общем, задача у нас такая. Смотрите, у нас тут мороженое двух цветов. Нам надо держать оба вместе. И... Начинаем. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Так, чтобы быть похоже. Ага. Вроде все. Так, на 97%. Нормально. Главное, что клиент доволен. Идем дальше. Так, первое у нас вот оранж. Начали. Сколько кружочков? Так, раз и два. Следующий у нас вот зеленый идет. Раз и два. И осталось последнее. Малиновый. Раз, два и три. Ну-ка, давайте оцените на 94. Неплохо, ребята. Дальше. Так. Сначала белый, мне кажется. Сколько кружочков? Раз и два. Следующий у нас шоколадный идет. Раз, два и еще три. И последний круг. Два, три. 4. Ну же, давай. Так. Тоже хороший результат. Идем вперед. Так, первый у нас идет шоколад. Ну-ка. Манго идет дальше. Опять шоколад. Ой-ой-ой, мы, кажется, слишком переборщили. На 95%. Ого, мороженое такое большое. Так, идем дальше. Что у нас тут? Начали. Сколько кругов? Раз, два, три, четыре. Кажется, да? Сколько тут у нас? Раз, два, три, четыре. Правильно. Раз, два, три, четыре. И еще с хвостиком. Молодец. Попали в точку. Неплохо, неплохо. Так, начнем мы с зеленого. Два кружочка. Ага, отлично. Потом шоколадный идет. Два, три, четыре, пять, шесть и семь, кажется, да? И последнее у нас. Ну-ка, оцените. Неплохо, ладно. Идем дальше, ребята. А следующая игра у нас Cut'n Pite. Посмотрим, что нам надо делать. Так. В общем, нам надо нарисовать, резать. Вот. Так,
Это самое. Сейчас мы порежем, снимем нашу фигурочку, а потом надо покрасить. Так. В какой цвет нам покрасить, ребята? Так. Давайте. Кажется, это у нас сова. Так, давайте зеленым. Угу. Хорошо. Дальше. О, глазки. Глазки какого цвета? Давайте желтого сделаем. Молодец. Красиво получилось. Может, еще раз? Давайте попробуем еще раз наши силы или способности. Ребята, подпишитесь на наш канал, ставьте лайки и нажмите на колокольчик. И вы увидите каждый день новые видео, новые игры. И если у вас есть предложение, то предложите нам. Напишите, мы обязательно прочтем и учтем ваши пожелания. Так, это у нас мишка, кажется. В какой цвет нам покрасить эту мишку? Ну, давайте в темно-синюю. Так, дальше. Да-да-да. Какой цвет нам набрать? Давайте желтенькую возьмем. Ой. А нет у нас белого, что ли? Ну, давайте. Отличный результат. Красиво, ребята. Ну ладно, идем вперед. Следующая игра у нас Trampoline. Так. Так, 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 хорошо. И набираемся очки. Нам надо быть повнимательнее, чтобы не попасть. Вот, попали. Хорошо. Красота. Так. И все, набираем очки. Идем дальше. Ну, это такая вот типа успокаивающая игра или что там. Тут ничего сложного, я бы сказала. Нету. Так, так, так. Вот. Говорю, ничего сложного, а сама попала. Ха-ха. Интересно. Так. И набираем все очки. Идем дальше. Ничего так быстро крутится этот круг. Ха-ха. Ладно, ребята, идем дальше. А следующая игра у нас скейткар. Скейткар. Гонки, что ли? Попробуем. Эй, надо было держать. Началось, ребята. Эй,
я же держу с этой стороны. Ну зачем? Ладно, извините, ребята, я забыла, что надо было делать. Так что идем вперед, посмотрим, насколько у нас получится. О-о-о, бешеный такой. Слава Богу, мы на финише. Давайте еще раз попробуем наши силы. Так, теперь у нас другая машина. Так. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй! Не слишком быстро едет. Хорошо. Так, отлично, отлично. Ну, слава Богу, приехали. Так. Никаких очков мы не набрали. Так. Молодец. Так, отлично, отлично. Вот и мы на финише. Супер, ребята, супер, я бы сказал. Ну что же, попробуем еще раз наши силы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Кошмар. Ну ладно, ребята. Это надо очень быстро сообразить, чтобы не разбиться. Приехали. Это последний раз, обещаю. Ай, ну все, как и обещали. Ладно, идем дальше. Следующая игра у нас сопкутинг. Это так, мыло такое. В общем, резом, резом все, что получится. Увидим. Так. Медленно. Держим, держим. Вот. Так. Что у нас там внутри? Отлично, ребята. Хорошенько поработали. Идем дальше. Так, так, так. Так, отлично. Кажется, у нас там розочка. Ну, это я так думаю. Я не ошибалась. Тут роза красная. Следующее. Посмотрим, что выйдет. Это наш ключик бонусный. Ложка. Прелесть. Посмотрим, что еще выйдет. О, тут мы очки набираем, золото набираем. Хоть бы в жизни было так же. Берешь мыло, режешь по кускам, а там золото.
Красота-то было бы. А нет, в жизни все не так, как в играх. Почему не режут? Все, что ли? Закончилось наше золото? Так. И все? Ну не мучай меня. Ладно, ребята, не хочет дать нам золото, идем вперед. А следующая игра у нас Toon Blast. Это для детей очень увлекательная игра. Ну и взрослые тоже играют. Поскольку это очень красиво, разноцветно, весело. Так. Отлично. Так, так, так. И все. О, еще не все. А вот это уже все. Конец. Хорошо, мы поработали. Идем дальше. Дальше что у нас? Так, у нас тут взрывчатка. Давайте еще и поищем что-нибудь. Так. Отлично. Вот это я очень люблю. Отлично, ребята. Вот. И осталось совсем-совсем чуть-чуть. Вот. И конец. Весело же. Давайте еще раз поиграем. Ну-ка, ну-ка. Вот это самое мое любимое. И все. Ну ладно, ребята, идем дальше. А следующая игра у нас Epic Race 3D. Это типа соревнования, нам надо преодолеть и быть первым, кто придет на финиш. Посмотрим, насколько у нас это получится. Так. Беги, 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 беги. Ой. Опять. Не успел. Да что же это такое? Сейчас они выйдут на финиш, а я тут еще бегаю. Давай, 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 ты сможешь. Сможешь, сможешь. Хорошо, хорошо. Они все победили меня. Давайте еще раз попробуем. Так. Тут надо... рассчитать так, чтобы
Ой, ой, давай, 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 сможешь. Отлично. Да что же это такое, а? Так, хорошо, хорошо. Беги, беги, беги. Опять я на третьем месте. Давайте еще раз попробуем. Может, получится. Так. Так, давай, давай, давай. Кажется, я тут первая. Опять. Ну все, давай, не останавливайся. Ты сможешь, ты сможешь. Красавчик. И все, мы победили. Идем дальше, ребята. А следующая и последняя игра у нас Slime Road. Что нам надо делать? Нам надо держать. Ага, держать. Не успел даже говорить. Так. Нам надо держаться только в середине этих кружочков. А прыгать мячик сам себе прыгает. Тут нам надо собирать бонусы. Вот, отлично. Отлично, отлично. Пока что получается, и это меня радует. И думаю, порадует всем зрителям. Так, так, так. Кажется, мы уже подошли к финишу. Неплохо, ребята, неплохо. Давайте еще попрыгаем. Отлично, отлично. Веселая игра. И взрослым это понравится, да я так думаю. Так, так, так. Ну-ка. Хорошо. Отлично. Опять бонусы собираем. И не до конца мы все собирали. Отлично. Ну-ка. Так быстро идет, вот молодец. Красавчик. Ладно, ребята, на сегодня все. И всем пока.